зовут Светлана Данченко. Я работаю сыроделом по созреванию сыров на предприятии по производству сыров «Белынич». Мой рабочий день прежде всего начинается с хорошего настроения и подготовки рабочего места. Девочки, доброе утро! Ну что, начнем работу? Вот это мое рабочее место. Здесь я контролирую вес каждой головки сыра. А также ввожу варку, дату изготовления, дату выработки и просматриваю окончательный срок годности. На производство я попала благодаря модернизации нашего производства в 2007 году. И с тех пор я добросовестно тружусь на этом прекрасном предприятии уже более 14 лет. Прежде всего, мне нравится наш дружный, сплощенный коллектив. Мы единая команда, которая с любовью и нежностью выполняет поставленные цели. Денис, забирай, вези на упаковку палета. Я люблю свою продукцию, потому что она качественная и вкусная. И каждое утро я пью чашечку кофе с бутербродом из сыра. Мне нравится моя работа, потому что у нас прекрасная атмосфера, дружественный коллектив, и мне хочется приходить сюда каждый день снова и снова. Вот, Валентина, возьмите, пожалуйста. Мы сегодня российского завоевали ровно 5 тонн. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.